Веджерс. Пара из Канады. Давно выступают они вместе. Еще с юниорских соревнований. На сегодняшний день партнерши 22 года. 25 лет партнеру. Где-то 4 года назад на чемпионате мира среди юниоров они заняли 4 место. Самый крупный их успех – это бронзовые медали чемпионата 4 континентов в сезоне очень удачное начало было у этой пары, сорванное, вернее, падение на партнерши на тройном тулупе, затем неудачное исполнение тройной подкрутки. Но затем был исполнен сложный выброс тройной луц успешно. Конечно, вот эти ошибки в начале программы не позволят им в итоге подняться на данный момент выше третьего места. Да еще и третье место тоже, в общем-то, под вопросом. Потому что Николь Делла Моника и Матео Гуарис совсем немного, это 0,6 проигрывает Мартюшевой и Роганову. Ну, посмотрим. Но вот все-таки у канадцев, я смотрю, высокие. Достаточно высокие оценки за компоненты, где-то в районе 7 баллов. Но вот за счет этого они могут быть третьими.
Да, смотрите, они даже вторые, несмотря вот на нападение, за которое они сняли с них один балл. Неплохие оценки за компоненты позволяют им занять второе место. Правда, американцам проигрывают они, конечно, очень много. Second place.